Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Seiko, модель SKA727P1. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, матовая, высококачественная. Ремешок текстильный. Застежка классическая, стальная пряжка. Задняя крышка прозрачная. Здесь вы можете увидеть механизм часов. Также здесь расположена информация о модели. Циферблат защищает особо прочное закаленное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый, цифры арабские. На стрелке и риске нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой. Механизм часов кварцевый, кинетический. Это значит, что часы заводятся автоматически при ношении на руке. Заряд собирается в аккумуляторе, то есть вам не нужно менять никаких батареек. Часы прослужат очень значительно годы и годы без всяких замен батареек и прочего. Также у данного механизма есть функция сбережения энергии. Это значит, когда вы часы не носите больше суток, стрелки все останавливаются для сбережения энергии, но время при этом фиксируется. И когда вы снова оденете часы, стрелки выставятся в положение точного времени. Точность хода механизма плюс-минус 15 секунд в месяц. Класс водозащиты у модели 10 атмосфер. С этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты. Диаметр корпуса 42 мм, толщина 12, вес часов 72 грамма. Для установки даты и времени используется коронка, расположенная справа на корпусе. Нужно отвести ее на один щелчок в сторону, чтобы установить дату. Поворачивать надо по часовой стрелке. А для того, чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону и поворачиваем. Также по часовой стрелке. После настроек возвращаем коронку на место, плотно прижав к корпусу. У нас осталась еще одна кнопка выше центральной коронки. Это кнопка для индикации запаса хода часов. Как ей пользоваться? Вы нажимаете на кнопку и наблюдаете за тем, как секундная стрелка пробегает определенное расстояние. И в зависимости от того, сколько она пробежала, вы можете понять, какой запас хода у нас остался. Итак, если она пробежала на 5 секунд, то это на сутки. Если на 10, то запас хода еще останется на 7 дней. На 20 секунд пробежала вперед стрелка, значит еще месяц. А если на 30, на половину циферблата, значит запаса хода хватит нам еще на полгода. Без дополнительной подзаводки, то есть если часы просто пролежат без движения. Так, попробуем. Дожидаемся для удобства. Можно дождаться, когда секундная стрелка будет у нас расположена где-нибудь в удобных позициях, либо 6-12 часов. Можно и сейчас сразу. Давайте подождем, сейчас выставится на 6 часов, чтобы было нагляднее. Так, нажимаем на кнопку индикации. Стрелка побежала. И пробежала она у нас примерно 20 секунд. Это значит, что запаса хода без дополнительной подзаводки хватит еще на месяц приблизительно. После того, как текущее время догонит секундную стрелку, она снова пойдет уже в режиме текущего времени. В комплект с часами идет инструкция на нескольких языках, включая русский. Здесь также подробно расписано об этом механизме и о том, как им пользоваться. Международная гарантия Seiko и российская гарантия с условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров в России. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.